будет 105. Ой, 105. 105, поехали. Блайнд ли? Конечно, не блайнд. Опять трекер хуйню пишет. Ну ладно. Так, D6 и библиотека на первом этаже. Интересно. Интересно. D6 и Боб Кёрс. Господи, D6, три ставки. Охуеть. Кто был первый? Первый был, по-моему, Золоченко, да? 57 минут назад. Окей, видимо, Золоченко выиграл. Поздравляю. Заказываю. Да, только одна принимает ставка. Потому что иначе чатик будет хуйней заниматься и ставить на один айтем, потом все выиграют. Я без пэнтидов давно газ включу сабов. Я давно на это не смотрю. Их мало. Я не бассейн стример, у меня нету много сабов. Может быть штук 40-50. Я реально даже сам давно не смотрел. Так. Сюда. Сюда. Угу. Сюда. Ну-ка. До какой цифры дойти? Наверное, до какой получится. В идеале, конечно, больше, чем справа внизу. В идеале. Дюк перестан быть таким смешным. Это слишком смешно. Так, нужен ключ. Как можно быстрее нужен ключ. Потому что мы всираем роллы. Ах ты, ёб твою мать. Ну ладно. У меня 3 хп, а не одно. Грег, ну и да? Грег-то, господи, чё мне Грег? У меня цели повыше, чем Грега перебивать. Цель такая, возможно, очень долгосрочная, учитывая состояние текущей этой игры. После морозотная игра. Здесь может малка. Тогда хорошо. Тогда подожди. Это типа букворм гарантированный, да? Тем тренер. Так, а. Причем я, наверное, не хочу орбиталку, потому что орбиталки в этой игре теперь говно. Окей. Окей. Это хорошо. Это очень хорошо.
Это реально очень хорошо. Девочку или бунт? Не-не-не. Нахуй это все. Просто будем нормальные брать айтемы. Тем более Сагатор плыл, нахуй мне эта орбиталка нужна. И... Типа приколы с Book of Revelations, это не вариант. Это не имеет вообще-то никакого смысла. Почему эти айтемы лучше будут? Из этих кубиков мерзких. Бандажик. Не, это не блайнд. Это просто трекер тупой. Да почему меня и бесит? Потому что он дико тупой. Hello, Элвини. Thanks for good luck. Блайнда нет, нет. Блайнда никакого нету. Муха. В общем, забавно, здесь были бы другие, да, наверное, айтемы. Возможно, были бы другие. Если бы я зашел сюда до Саргаторба. Интересно. Батарейку не забыл. Батарейку я юзал уже, нет. Я батарейку не забыл. Там больше нет батареек. Спидуп. Керсрума там узкая, я думаю, хер с ней. Давайте тут немного пофармим. Ну-ка. Пикапы. Пикапы это хорошо. Всякие Тойоты, Тундры. Додж Рэм и вся хуйня. Все, поехали дальше. Нет, стоп, я троллю. Все-таки, наверное, мне кубик нужен, чтобы я еще мог больше ролить, да? Чтобы я мог еще больше ролить. Кубик, я уже свою ошибку осознал. Осознал. Но здесь батарейки нет, это печально. Это печально. Давай еще раз поиграем. О. Нас гоняют доги, рамы, тундры. Бать, они огромные. Они огромные, да. Они пиздец здоровые. Левую книжку, да, я, по-моему, там все уже повязал. Ну, мы идем, наверное, на ангела. Да ведь? Наверное, с Орбом и с Хубиком. Наверное, мы точно идем на ангелов. Там же прям, по-моему, вообще самое оно. Кто на категория С запросто. По весу, наверное. По-моему, и Хаммер H2 тоже был категория С. А не, его там что-то, по-моему, с ним делали, по-моему. Давно еще читал иногда. Черно в школе был. Даже в журнале, по-моему. Что, типа там тоже почти под категорию С, по-моему. Попадал. А может и попал даже. Что я не могу вспомнить. Тоже здоровая хуйня. Привет, злодей. Привет, Керли. Я попробую что-то уйти на ангела. Я попробую. Ничего не обещаю, но я попробую. Ой, это хорошо. Он попытается, да. Не экзамен в ГИН, значит, я что 28 августа. Фига. Так долго. Что-то очень долго ждать.
Я, по-моему, тоже был долгий, по-моему, перерыв. Я там, по-моему, 2 месяца без прав, по-моему, ездил. Но я так, чуть-чуть ездил. Осуждаю. Без прав ездить нельзя. Школу только закончил, мне еще 3 года до этого экзамена. Стоп. А, или ты 9 класс закончил? Если 11, там же и так уже почти 18, нет? Если 11 классов. Секретка, может быть, секретка. Там, наверное, можно учиться, а не получать скайлон. Это, наверное, разные понятия. Никто тебе не даст сесть за руль 18 лет, ну, в смысле, до 18, по-моему. Просто ты можешь учиться, наверное. Это не то. Батя даст. Батя только тебе пизды даст. Скорее всего. Но официально нельзя будет точно еще ездить. А, когда-то с наставником. Ну ладно. Тогда может быть. Да и типа, права надо вообще, если только же машина точно будет. Так, смысл. Тогда она есть смысл. Я пошел на ангелов бы этого. Прямо на ваших глазах я сейчас ушел на ангелов. Сходили на ангела. Охуенно сходили. Мне понравилось, не знаю, пацаны. Не знаю, как вам, но мне все понравилось. Ангелы охуенные. Всегда были бы такие ангелы. Я только за. Огонь, ангелы. Просто огонь. Я вот на права сдал в школе бесплатно, большой плюс. Ну, прикольно. Я не помню, по-моему, 1020 что ли стоило, когда я сдавал на права все это канитель. Может, даже меньше. Не помню. Сейчас, по-моему, уже дороже, по-моему, сильно все это хуйня стала стоить. Чем права? Может, они работают таксистами, им нужны права. Хотя у нас, по-моему, не особо. У нас, наоборот, можно без прав таксистом работать. И без мозгов, самое главное. Еще тогда удобнее. Куб, да, он тоже бывает, 20-20 прохает. Мне уже право надо менять, по-моему, в том году. Блять, страшно. Это уже прошло 11 лет. А не, на 10 лет, наверное, получается, да? Там, по-моему, раз в 10 лет меняется право. Ужас. Нет, такси дешевле, это скорее всего факт.
Но опять же, если едет на эконом-такси, то как... Я не знаю, насколько это хорошо. Потому что у нас это прям, ну... У нас каждый день аварии с этими долбоебами, поэтому такое. Типа на нормальном такси, если ездить, типа, где чуть подороже, там уже будут совсем другие цены. Так что хз. Это тоже все довольно относительно. Тут хотя бы ты сам ездишь, типа сам за все отвечаешь. Примерно понимаешь, что можно от себя ожидать. А с такси у нас это пиздец. Порой такие приколы. Потому что в основном одни обрыганы ездят. Как бы логично, потому что типа, ну за 40-50 рублей что-то ожидать другого, это было бы смешно, конечно. Как бы это все вполне так и нормально получается. Но в принципе не, но на такси, если все убрать, там все расходы, всю эту хуйню, потому что тебе не надо... Налоги платить, не надо страховки платить, не надо там за аварии отвечать и так далее, если не дай бог они там будут. Тем более там еще не называем амортизация, ТД, ТП, и в итоге хоть как, то такси типа если на экономе ездит, то там по-любому будет меньше, наверное. Просто нужно понимать, что типа такси и своя машина это разные вещи. В машину ты сел и поехал, когда хочешь и куда хочешь. Все же маленько не то. Что такси, там, не знаю, в рамках большого города, наверное, проблемы не имеет. И то, правда, бывают всякие час-пики, бывают всякие там морозы, хуёзы, еще что-нибудь тоже. Бывает, что хер такси просто к тебе приедет. Так что все-таки есть свои тоже особенности. По факту самое охуенное это каршеринг. Вот мне кажется, это самое прикольное. Алло, Тань. А я много леший. Там когда в Питере будут, там просто и каршеринги в каждой, блядь, залупе. Просто везде. Типа вышел на улицу, а там 8 машин на выбор стоит. А, слушай, я не знаю, может тебе повезло, я вот успел за неделю или сколько там, может чуть больше. Где-то машин 6, наверное, попробовать. И они все были... В норм состоянии, там вообще ничего не было. Может, мне повезло, конечно. Может, все-таки это... Реально это у нас это, культурная столица, вся хуйня. Хотя там это потом посмотрел, нет, там вроде тоже все норм. Тоже всякие бывают приколы. Видимо, все-таки мне реально это... Повезло. Ну это дико прям удобная хуйня. И там в принципе, я так посчитал, ну примерно как на такси выходит. Даже может быть чуть меньше. Если типа нормально его использовать. Так, просто один минус, что каршеринг это, ну, такое. Надо быть все-таки это, адекватным, как минимум, потому что там, ну, нарушать нельзя, аварии делать нельзя, иначе тебе пиздец будет. Если там по твоей вине что-то произойдет, там штрафы охуеешь. Надо понимать, что чё я нахуй делаю. Ладно. Anyone. What do you mean? GG. О. Увидел. Кайф. Mm.
Не, ровно они будут. Нет, их хп особо нет на сделку все равно, правда. Just get like 2 tiers up and good damage up and it's easy peasy win. Oh yeah, that's probably true. That was your own new one. Что-то там чат понесло. Кого, кого успокоить? Я буду 2 хп. Ах, давайте 2 хп. Хочу остаться на 2 хп. Так, обоих успокоили, окей. Все, давайте все выдохнем и сменим тему. А то мы так скоро еще пойдем еще велодорожки, потому что это вообще будет беда, беда совсем будет страшная. Еще проблемы пешехода будем обсуждать. Не-не-не. Ой, это хп. Не надо про велодорожки. А потом еще про многоэтажки будем говорить. И вообще про застройку в наших городах. Проблема электросамокатов. Это тоже страшная проблема. Вообще, конечно, охуеть, как все преобразилось за последнее время. Сколько всякой херни появилось. Бля, клашников. Вау. Ну-ка. Это было страшно. Пьете, что ли, без меня? Никто не пьет. Вроде. Ладно, я не пью, про других я ничего не знаю. Ай, пины, ага. Пины. Ебать. Что за мерзкий человек. Так, это забрать. Конжоинда сделать. Даже реально будет конжоинд, кстати, возможно. Wait. Бади на бакс это конжоинд. Ебать, реально конжоинд. Страшно. Это же, наверное, плохо, да? Он мне же теперь будет постоянно ломать этот дедай, наверное. Ага. Бочки. Ну кто нахуй всадник? Ну какого всадника? Крампус? Да не Крампус. Вдруг что прикольное. Бля, прикольно, но страшно. Слишком страшно, по-моему. Там была батарейка? Я не помню, там, по-моему, не было батарейки. Билд красивый. Как это сделать? Если могла бы, то любому. Я бы там поздно подумал.
где вообще не был. Лол. Плюс 0.3. Плюс 0.3. Немно. Оставлю зубы, наверное, все равно. Так, по-моему, в чате скоро пора включать ему вот мод. Я прям чувствую. Чатик не хочет успокаиваться никак. Сапчат. Или сапчат. Лучше ему вот мод. Какое-то золотое, потому что оно... Золотое. В игру добавили это. Золотые тринкеты. Такие есть. Я секретку ни одну не видел. Вип-гол, вип-мода, по-моему, нету, в принципе. Ту-ту-ту-ту-ту. Батарейка, может быть, в теории. Карта интересная. Подожди. Эта карта неинтересная. Это оставлю. Бум. Шипы, в смысле? Эти шипы, что ли? Сейчас я их, кстати, не пройду. По-моему. Я прошел. Видимо, да, это опять D6 старт. Скучный D6 старт. Легкая игра. Не то что трон. Или реберс. Или даже сталкер. Легкая, скучная игра. Заберу орбиталку, но все равно. Да, господи. Для Скайфокса. Господи, випка для Скайфокса. Какие подарки. Подожди. Подожди, господи, сейчас. Нажать, нажать. Ну-ка. Наслаждайтесь. Где поинты? Еще осталось 3, да, по-моему, слота? По-моему, 3 осталось. Все, випки скоро закончатся. И больше их не будет никогда. Либо я буду у людей их отбирать. И потом по новой раздавать. Какая песня? Я, по-моему, 2 или 3 песни к себе осталось, по-моему, в плейлисте. Ну, осталось недавно, были, по-моему. Привет, сэр, лицемер. Не знаю. Я думаю, будет интересно, там что угодно может быть, мне кажется. В Баку всегда гонки мемные. Я думаю, все-таки он не выиграет сегодня. Что-то мне подсказывает. Все-таки, наверное, не должен выиграть, а там хер знает, куда приедет. Сегодня явно Ботос выигрывает с 9-го места. Это же очевидно. По-моему, это очевидно. О, это перед боссом надо сделать, наверное. Хотя, нахуй перед боссом, все равно же я, наверное... Продукты вчера в квале, дай боже, чтобы наш человек добрался до финиша. Не, ну скоро-то точно будет это хоть как. На то она имеем на этот раз. С хп у нас что-то, да, с хп что-то у нас
поплыло немного КП. Есть, есть такое дело. Привет, дневак. Если уж у нас что-то хп, что-то как-то это. В департаменте хп есть небольшие сложности. О. Прибавка. О, еще прибавка. Ну вот, вот и все. Вот и решилась проблема с хп. Все просто. Все просто. Два маппинга. Ладно. Предположим, это готовый билд. Предположим, мне больше ничего не надо. Пошли дролить. А этому руму, наверное. О, секретка. Хе-хе-хе, золотая. Бля, это берется. Там еще сделки могут быть. Ладно, я думаю, мы в порядке. Просто поехали. Боже, окей. Я же золотую, я не могу на D2 и золотую, потому что там может быть этот терепил с туда, откуда еще никто не возвращался. Никогда. Теперь возвращай request за поинты. Возвращай дизнац. Блин, этот орб, конечно, охерен на этом. Как он улучшает нам этому в игре. Какие сделки вы в говно Repentance играете? Код типа стал хардкором как Rebirth, только в Rebirth ты не заучил дьявола, тебе борода, тут наоборот. Но... В целом, да, но не совсем. Бывают и ангелы плохие тоже. У меня уже много раз такое было. Просто в целом ангелы стали просто лучше, чем были до этого. А по факту, типа, что ангелы, что дьяволы могут быть, и те могут быть сратые. Просто дьяволы еще и платные. При этом. Минус. Ангелы бесплатные хотя бы. Этим жирком. Но в целом я не считаю, что Реверс была хорошая механика. Типа, что только одна, один тип сделки имел какой-то смысл. Потому что там ангелы были вообще бессмысленны, в принципе. От слова совсем. Так что тут казачо еще лучше на самом деле. То ли дело флеша это, да. Там было еще хуже в этом плане. Легко. А плюс выйдет погулять. Я не получал демажа долго, просто я не помню, где я демаж не получал. Возможно, я на дизайне получал демаж, возможно, здесь получу А плюс. Возможно. Какая-то интересная ссылка либра. Это в честь чего? Ой, не будет А плюс. А про АБ плюс подумаю. А, ссылка верно, там есть АБ плюс. Поздравляю, ДР. Спасибо за 100 рублей, чего. Были. 30 минут на подмыться и жду тебя на своем D20. Ну-ка. Спасибо. Ха, бля, это охуенно пицца. Это такая старая песня, по-моему.
А я спуков отфармил. Так. Удача. Найс. Да, наверх. Не наверх. О! Не, мы не умираем точно. Блин, конечно, в сундуке не бафнули жестко. По хп-апам. Просто один сундук и просто ран пройден. Какаша убита, нахуй на это время тратить. Так, мне уже осталось на еще один раунд сделать только по времени. Одному уже два, если успеем. Лол. На меня попало. Ебать, там у Либра вычитаем. Либра, ну ты даешь. Какой хуйню ты занимаешься, Либра? Я почти месяц насмотрел. Даже у Дюка столько нет. Наверное. Петрч. О! Интересный этаж. Так. Так. Ага, да, я заберу все, просто и пошли. Красиво смотрится. Один месяц, 11 дней, окей. Я свой главный фанат, очевидно. Кто, если не я? Ах, не саптриться. А у нейтбота меньше, лол.